Сколько переносных ядерных бомб вы видели в банке? Одну. Вы видели одну? Одну, а место было для трех. Если видишь ночью пару огоньков, это еще не значит, что там целое НЛО. Мы думали, что там три бомбы. А я думаю, что Элвис еще жив, но, бля, билетов на него не покупаю. А что с другими бомбами? Так одна уже здесь. Значит, о Париже вы не знаете. Что? Вы слышали? Он не остановил. Кто он и что не остановил? Вы о нем? Служил в русском спецназе. В отряде «Вымпел». Дмитрий Маяковский, Дима. Такой боец случайно нигде не появляется. Мы знаем, что вы его знаете. Мы встречались. Выкладывайте уже на чистоту. Мы думаем, вы знаете, зачем он был в Париже. Скажите, что случилось в Париже, тогда и скажу. Мы знаем не больше вас. Что было в Париже, наверняка знает только Дима. Дим, я надеюсь, что американец сделает в Нью-Йорке все как надо. Группа твердила правила игры? Да, самое главное – захватить ядерное оружие, чего бы это ни стоило. А как же французская полиция? Если бомба взорвется, то обвинять будут Россию. И миллионы погибнут. Несколько мертвых полицейских – ерунда по сравнению с этим. Соломон – долбанный псих. Даже после того, что случилось, все равно хочет отомстить. Соломон может быть и псих, но он отлично знает, как достичь своей цели. Дим, ты помнишь, последний раз мы здесь были под Триумфальной аркой? У могилы неизвестного солдата. Помнишь, что ты сказал? Если бы люди знали, как многое в мире зависит от нас. Да, сегодня пара человек узнает, что мы сделали для человечества. Понимаешь, я все время думаю об этом. Меня это мучает. Но я в себе это стараюсь подавить. Приближаемся к бирже Euronext. Мы в зоне подавления от фондовой биржи. Дима! Дим! Включаем блокиратор! Соломон не может активизировать ядерный чемоданчик дистанционно, если мы будем неподалеку. Вот они, мы приехали. Вот здесь. Готовься! Помните, в ядерный чемоданчик не стрелять. Он может повредиться, и тогда всем хана. Все готовы? Давай, давай, жми на газ. Давай! Сукин сын! Ой, давайте уже! Пошли! Пошли быстрей! Со мной! Через автопарк! Спускаемся на уровень Б, а потом по лестнице вверх! Thank you.
делать? Целься по свету! Пулемет, 12 часов! Thank you.
надо определить, где цель. Нужно примерное местонахождение бомбы. Прием. Основной торговый этаж вон туда. Чисто. Основной торговый этаж вон туда. Пошел, Дима! Нам нельзя отставать от него. Он уходит! Thank you.
подожди. Мы попадем под перекрестный огонь. Дай полиции загнать его сюда. Тогда мы его захватим, понял? Все чисто! Пошли! Ты обезвредил? Что это за херня? Это же пустышка! Это не ядерное оружие! Черт, где бомба? Нет! Love you.